Привет, друзья, подписчики, гости моего канала и просто хорошие люди, кто забежал ко мне на огонек. Сегодня у нас по плану ленивые голубцы. Я для этих голубчиков режу меленько капусточку. Как можно мельче нужно постараться нарезать. Поставила жарить уже лучок с морковкой. Вот оно уже дожаривается у меня. А мы капусточку еще и компотик вот поставила, ребята. Мы капусточку еще и в поперек слегка вот так ножом придавим, прирежем, чтобы ее было удобно заворачивать в наши ленивые голубцы. Такие типа котлеток делать. Вот так, ребята. Когда поджарился морковка с луком, я высыпаю капусточку. Для того, чтобы она была более мягкой, ее надо немножко протушить под закрытой крышечкой. Присаливаю ее, тщательно перемешиваем с морковью, с луком. Накрываем крышечкой, сейчас накрою крышечкой. И так она будет стоять, пока не станет капусточка немножко мягенькая. В это время у меня на другой кастрюльке варится рис. Рис наш сварился почти до готовности. Мы его отставляем в сторону. Друзья, приветик еще раз поближе с вами поздороваться. Сегодня мы делаем, как я уже раньше говорила, ленивые голубцы. Кто придумал это название ленивые, я не знаю. Они не такие уж ленивые, как нам кажется. Но может не так, на какую-то 10-15 минут меньше времени занимают, чем обычные. Итак, друзья, я уже вам показывала, я поджарила лук с морковкой и в ней протушила немножко капусточку, для того, чтобы она была мягенькая и хорошо формировались огурцы. Вот сейчас мы сюда это выкладываем. Фарш. В мисочке 0,5 килограмма фарша. Фарш у меня утиный. Кто меня смотрит, тот знает, что я держу индоуток, мы держим. Сюда же, ребята, фарш. У меня тут лук, пережаренный с морковкой и капусточка. Сюда же мы добавляем рис. Рис почти сваренный, почти до готовности. Можно до готовности, можно чуть-чуть не до готовности. Чтобы в духовке потом не остался рис в голубцах твердый. Никому не хочется, чтобы было невкусно. Так, друзья, это мне пока не надо. Сюда, ребята, мы подсаливаем это все. Перчика добавляем. Ну, где-то по размеру 1/2 чайной ложки. И будем его перемешивать. Перемешиваю всегда, друзья, руками. Как не мешай, руки я вымыла перед этим капитально. Как не мешай чем, так не перемешаешь, как руками. Еще, наверное, соли немножко добавлю. И буду формировать свои ленивые голубцы. Уже пахнет так, ребята. Хоть сырое кушай. Ну, тут сырое практически один фарш. А то все доведено до готовности. Так, ребят, немножко перемешала. Сейчас сюда добавлю 3 яичка. Можно 2 добавлять. Но у меня яички не крупные. Молодые куры несутся. Я добавлю 3. Яички есть,
что не добавить? Лишнее яйцо. Так, вымешиваем до однородности фарш наш. Снимать сейчас, ребята, в огородах нечего. Хозяйство, куры одни и те же, утки, коз мы продали, я в предыдущем видео рассказывала. Практически нечего, поэтому снимаем теперь кухню. Что мы готовим кушать? Что готовлю, то и снимаю для себя. У меня не кулинарный канал, мне не надо видеоролики снимать специально. Короткие. Я снимаю, как день прожили мы, так и снимаем. Так, все у нас капитально. Сейчас руки помою. Буду дальше. Итак, ребята, берем дальше противень. Вот такой вот у меня лоточек. Смазываем его подсолнечным маслом. Немного, только смазать. Смазываем дно и стеночки тоже, друзья. Ну, не должно бы, конечно, пристать. Но на всякий случай смазываю. Никогда не приставала, но лучше смажу. И сюда теперь, ребята, будем формировать наши котлетки и выкладывать. Обмакивать я буду свои наши котлеты в муку. Котлеты, так сказать, голубцы. В муку для того, чтобы потом я заливаю его, залью томатным соком. Томатный сок у меня уже разведен с солью и с сахаром. Столько, сколько я считаю нужно, чтобы было немножко сладковато. И вот эта мука, которая будет сверху обделаны наши ленивые голубцы, она с томатным соком сделает такой соус красивый и вкусный. И мука его пока подержит, пока яйцо не схватится. Вот такие типа котлеток, вот таких по размеру, ближе подойду, вот такие вот по размеру, ребята, буду делать и складывать свой лоточек, даже может чуть-чуть побольше размер, чтобы взял и наелся 2-3 штуки. Обычно у меня сюда помещалось где-то 20. Ну, сейчас посмотрим, сколько получится. Несколько штук, 2-3 сделаю, руки надо мыть, ребята, потому что в муке плюс здесь и рис, и все такое липкое, нужно руки обмывать. Итак, друзья, я до конца леплю свои котлетки. Все наши полепила, ленивые голубцы. Теперь сюда мы ложим несколько листиков лавровых, лаврушечки, перчик черный, несколько штук душистого и обычный горошек. И, друзья, все это я заливаю томатным соком. Томатный сок у меня был без ничего, так я в него добавила сколько по вкусу соли и по вкусу сахара, чтобы был слегка сладенький, чтобы подливка получилась вкусная. Вот так, ребята, заливаю томатным соком, вот как показать, сок будет выбегать, и отправляю в духовочку на 180 градусов минут на 40-50. Буду смотреть за своей духовочкой.
Так, ребята, отправили мы в духовочку свои ленивые голубцы на 40 где-то 50 минут. Ребята, супчик мой доваривается. Гречневый сегодня с мясом, с курятиной. Зелени положила сюда. Машинка выкручивает. Вот как раз вовремя, когда я снимаю супчик. Все, друзья, будем обедать. А машинка тут свое дело делает. Ребята, вот я достала свои голубцы ленивые с духовочки. Сейчас будем пробовать. Они впитали всю практически сок. Чуть-чуть там где-то осталось в себя. Сейчас будем пробовать, какие они на вкус. Так, друзья, будем пробовать произведение своего искусства. С майонезом, который я сделала 2 дня назад. Ребят, майонез такой сладкий получился. Я мало положила туда уксуса. А в нем ничего плохого вообще нет. Только яйца да масло подсолнечное. Ну, будем пробовать, что за голубцы получились. Что тут хозяйка намастила. Вкусно, ребята. Эти голубцы можно беззубому есть. Я вот сейчас покажу, какие они внутри. Мягенькие, какая консистенция. Вот такие вот мягенькие, вкусненькие. Делайте, ребята. Пробуйте, ешьте, не жалейте своего времени. Все очень вкусно получается. Всем пока-пока, ребята.